трогательном зоопарке «Зверье мое» все животные очень дружат с людьми и совсем не против, чтобы их потрогали посетители. Кимон любит, чтобы его чесали. Вот мне кажется, если бы его чесать можно было весь день, не отрываясь, он бы весь день стоял, кайфовал, он бы не ел, не пил, он бы не прыгал, он бы стоял и чесал. О каждом животном, как о собственном ребенке. Смотрители зоопарка знают повадки каждого своего питомца. К примеру, енот любит прогуляться по всем помещениям, и ему это позволяют. Попугай Жора не может жить без публики, и все сотрудники умиляются его способностям передавать звуки. У него очень любимое лакомство – орешек. Мы поэтому стараемся орешки по чуть-чуть давать ему, чтобы таким образом дрессировать его. Пока мы от него добиваемся фразы «Жора хороший», потом планируем научить говорить «добро пожаловать». Сейчас смотрит «Жора хороший», «Жора хороший». Он так прислушивается, голову так опускает чуть-чуть, и у него расширяется, сужается зрачок. Он таким образом воспринимает информацию, потом ее воспроизводит. Недавно услышала, как он очень прикольно изображает журчание воды. Так похоже. Больше половины животных, которые попали в этот зоопарк, раньше жили в домах балаковцев. Но в силу разных причин хозяевам пришлось отдать своих питомцев в трогательные руки смотрителей. Остальных животных подбирали так, чтобы они были контактными и любили общаться с детьми. Это наш Семочка, миллиончик. Он уже тоже привыкает, он у нас уже давно живет. Мы сейчас его, возможно, даже покормим жучком. Он очень любит кушать жучков. И меняет цвет. Хамелеон йеменский вид такой. Вот, пока он у нас немножечко в процессе линьки, поэтому внешний вид у него сейчас чуть-чуть страдает. Но я думаю, что... принесу. Ну да, я просто в оранжевом, сейчас он на меня будет кидаться, потому что на оранжевый он так вот реагирует немножко, он будет думать, что я самка. Вообще он безопасный, никого не кусает, он немножко может попугать, пошипеть, понадуваться. Вот, но в целом ведет себя очень спокойно. В планах владельцев зоопарка обустроить вольеры еще для нескольких видов животных – суриката, декоративных курочек, уточек и других. Пространство зоопарка будет стилизовано под деревенский двор. Кстати, «Зверье мое» откроет свои двери уже 17 декабря.